Народный медицинский музей Севастопольского военно-морского госпиталя имени Николая Ивановича Пирогова, по официальной информации, был создан 43 года назад. Однако недавно в Государственном архиве Российской Федерации обнаружили приказ о создании госпитального музея санитарии и гигиены в Севастополе, датированный 1924 годом. Сегодня, опираясь на найденные сведения, можно утверждать, что уникальная медицинская экспозиция имеет фактически столетнюю историю. Оказывается, наш музей был создан не в 77-м году, вот сейчас, а он был создан тогда еще. И вот мы сейчас всяческими путями разыскиваем истории. И, очевидно, несколько экспонатов того музея остались у нас. Это вот эти инструменты Николая Ивановича Пирогова. Это же есть еще одни знаменитые ножницы и часть медицинской посуды. В небольшом помещении на территории Севастопольского военно-морского госпиталя развернута уникальная экспозиция, дающая представление о деятельности медучреждения на разных этапах истории. К сожалению, у нас только одна комнатка. У нас экспозиция территориально маленькая, но мы постарались показать наиболее интересные вещи, те, которые у нас есть. Потому что история медицины – это история полна и трагических, и порой смешных фактов, и очень интересно, занимательно. Народный медицинский музей Севастопольского военно-морского госпиталя часто посещают школьники, студенты медицинских учебных заведений и исторических факультетов многих российских вузов. Это начиная от Москвы, Петербурга, Казанский исторический факультет. И даже Екатеринбург к нам приезжает, обязательно приходит к нам сюда, в музей. Вот. Очень часто к нам приходят военнослужащие. А каждый день практически здесь бывают те, кто лежит на лечении в госпитале. Они тоже интересуются историей. Какие экспонаты появились в музее в непростом 2020 году? Что больше всего интересует иностранных гостей музея? Какие любопытные факты хранят экспонаты на этих полках? Обо всем этом в выездном выпуске программы «Актуальное интервью» рассказывает доктор Народного медицинского музея Севастопольского военно-морского госпиталя имени Пирогова Александр Андреевич Зубарев.